Всем доброе утро, с вами Алекса Форс, мы смотрим за Китаем, и у нас, соответственно, Супер Мейджор, продолжение, мы сегодня завершим китайскую квалификацию, остается два матча формата BO3, в том числе и финал, с командой LGD PSG, которая попала туда практически сразу, в общем-то, ничего для этого не сделав. Потому что их организатор так посеял. Ну, потому что изначально не позвал он турнир, хотя эта команда была в топ-8 и остается в топ-8 DPC. Хотя позвали тех же самых Na'Vi. Ну ладно, об этом уже много говорили. King Gaming удивили. King Gaming вчера смогли пройти команду Luffy, при этом сделали это достаточно быстро и легко со счетом 2-0. Поэтому, кто его знает, может быть, сегодня ребятам повезет, они смогут также пройти максимально далеко. Форс, доброе утро. Как настроение? Сколько ты часов поспал? Ладно, вопрос доброе такой. Утро. Часа два, наверное. Два. А почему ты не пошел спать 10 вечера, когда тебе написал? Что а кто же, пойдет раков душить за меня? И как, задушил? Ну, с переменным успехом. Я понял. Я проснулся, зашел на Twitch, понял, что стримит Папич в 5 утра. И я понял, что я проснулся не зря. Вот честно, я прям понял, что да, окей. Вот такая была история у меня. Еще и Димон стримит, я думаю, о господи, да. Идеальный день. Идеальное утро, а может быть идеальный день, да. Да. Так, ну что, по доте поговорим. От IG крутая комбинушка, Магнус Джиггернаут, от King Gaming Кэрри Войт. Вчера я побегал разочек на Лишракен на центре, понял, что герой реально прикольный, теперь уже прям сам его оценил по максимальному. Уничтожил Инвокера, в мид, конечно, в итоге выиграл, но игру проиграл, но герой реально крут. Я до этого не совсем понимал его силу, теперь я его понял прям полностью досконально. Вот, это истории из жизни рассказаны, спасибо за внимание. Жизненно, как говорится. Ну да, Invictus Gaming частенько Лишраком играет. И, кстати, агрессив играет на Лишраке у них. И он на кэрри идет. Но здесь, похоже, все-таки придется к Сексесу сыграть. Потому что, ну, отправлять как-то Джиггернаута в мид против Death Prophet не станешь. King Gaming вчера удивили, между прочим. Выиграли 2-0 своего соперника. Хотя мы ожидали совершенно противоположного результата, если честно. Да, там, ну, непонятно, что с LFI происходило вчера, они сами играли так, что было понятно, что они выигрывать не хотят. Да, согласен. Потому что у IG мотивация побеждать есть. Я посмотрел их статистику за последние турики, они вообще никуда не отобрались. То есть у нас есть команды, которые хоть куда-то попали, но у Invictus Gaming на ESL топ-2, соответственно, на StarLadder там до этого было топ-3. И все, в общем-то, туриков у них нет. На Бухарест мейджор давно топ-4. То есть у них реально нет турниров, на которые они отбирались и что-то показывали. У них везде квалификация, везде там второе, третье и дальше места. Как-то это прям печально. Появляется Doom от Кин. Это герой на сложную линию. То есть Никс у нас будет четверка. Ну и тут Бруда. Вот так вот. Ха. Жестко. XS, Бруда, мид. Ну слушай, да, они поняли, что можно поиграть. Можно то есть саппорт Лишрак обманули своего оппонента. Хитро. Думаю, что после пика Лишрака King Gaming думали тоже то, что агрессив будет на нем играть. Тут сколько последних игр с Лишраком Invictus Gaming сыграли, там везде, по-моему, агрессив играл на этом персонаже. Ну, был один матч, где Ку играл на Лишраке. Был. Вот в этом фишке их драфта, я вот, кстати, тоже вспоминаю. Они тоже очень часто берут, например, Сент Кинга Лишрака и потом уже решают, куда как бы Лишрак, там это пятерка или там, или кэрри, или там на мид он пойдет. Вот, но здесь действительно такой супер удар небольшой от Invictus Gaming, класс пик Бруда, против которой вообще-то нечем стоять, King Gaming, совершенно. Да, то есть кто-то может ошибочно подумать, что Death Prophet может как-то стать за счет свормов, но поверьте, как только у Бруды появится может уровень 5... Третий Spider Links, там такая будет армия пауков, что ДП ее убивать не сможет. Да. Я видел матчап Бисмастера Бруда, и Бисмастер Бруду выиграл. То есть реально максил топоры, очень много фармил за счет топоров, там пауки реально погибали. И это работало. Да, Бисмастер хорошо работает.
там много, много героев на самом деле есть, кто против Бруды неплохо стоит. ДК, Бистмастер. Ну, как бы есть еще, просто мне не вспомнить. Ну, поэтому, в общем-то, это герой Ласпика. Вот в чем прикол. Ну, там Shadow Fiend, наверное, плюс там Queen of Pain плюс-минус неплохо. Shadow Fiend плюс-минус неплохо. Batrider плюс-минус неплохо. Какой-нибудь, я не знаю, Пак плюс-минус неплохо. Мы видели, как играет Ори Паком против Бруды. Он один раз даже Рамзеса выигрывал. На лане это было в финале. Готовится, если я не ошибаюсь. По-моему, да, вкатывается. Вот, ну, есть еще там десяток персонажей, которые неплохо мид стоят, которые потенциально могут быть хорошими. Ну, мы забываем про всяких типичных, типа там Свена, Тимбера, Акса. Да, вот таких вот героев, которые могут реально там вкачать особые скиллы и пауков фармить легко. Ну, или, по крайней мере, терпеть против них. Шутками Спектра может плюс-минус неплохо простоять, вот, правда. Вот это ты вспомнил героя, ну, который... Если первым слотом купить Вангуард, то, ну, тебя Бруда вообще ничего не делает. Ты вкачиваешь Дисперсию плюс Вангуард, и пауки тебя не пробивают вообще. Ну, просто вообще. Ну, хотя сейчас, наверное, если ты параллельно один и тот же темп держишь с Брудой на центре, ну, представьте матчап Бруда Спектра, наверное, тут все-таки Бруда выиграет. Хороший подкоп от Йона. Баунти руну забирает его. То, что разменяются баунти рунами команды. Да, разменяются. Сейчас Бобока заберет еще одну. И Магнус, кстати, вот у Invictus Gaming. Мы сказали про Бруду. Да, круто, XXS на Бруде. Но комбинация Джиггернаут плюс Магнус. Вчера я орал просто с игры Invictus Gaming против Ехона. Было просто что-то с чем-то. Как там тоже Магнус был. Реально было очень круто, очень круто. Ну, короче, Бруда — это здесь не единственный вариант. Иногда мы видим пик Бруды как такой, знаешь, своеобразный ва-банк. Типа, ну сейчас либо за 20 минут запушим, либо ГГ. Здесь же, если даже Бруда сейчас как-то мид стоит плохо или среднее, у тебя всегда есть запасной план. Да и Бруда с импауэром в будущем сочетается идеально. То есть Бруда, да, тоже может быть полноценным кэрри. Ху тут мажет станом, ошибается. Можно было бы очень сильно напихать сейчас тут игрокам King Gaming. Ай-яй-яй, Тускар тоже мажет. Ну ладно, у ребят, наверное, тоже в Китае утро. 5 плюс 5, ну да, 10 утра. 10 утра. Поэтому такой проснулся и говорит, что так играет тут супермейджор какой-то. И все. Почилить лучше там. Быстренько, так сказать, отстреляться и... И пойти раков душить, как ты говоришь. Это по-нашему. Все правильно. Магнус забирает под себя. А смотри, кстати, где Никс чилит. А чё они улетают-то? Не знаю. Скивера-то не было, видимо, он понял, что он идёт. Ему и так норм, как бы. Да, нормально, нормально, хорош. СРФ, красавчик. Так, что у нас на центре? Пока Бруде немножко трудновато. Ну, Бруде нужен уровень. Сейчас Бруда наберет. Я говорю, уровень 5. Подождем, и тогда процесс пойдет. Тогда Даспроф неожиданно будет получать от пауков. Будет там штук 15 выходить и на этот спрофит нападать. Поэтому это вопрос времени. Выводы сделать пока рано. Руна волшебства. Вот я, кстати, не знаю. Вот у дракона Брэсфайр бьет 170-240 на 3-4 уровне. И он некоторых пауков сразу убивает. А вот у Бруды 150-225. Будет ли хватать этого дэмэджа, чтобы убивать маленьких пучков? Ой, ой, ой. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Нет, по логике нет. Ну, у Бука 250 тут, хп, сопротивление магии 50%. Я думаю, что это нереально. Ну, там есть маленькие еще пучки, по идее. Пайдериты. И маленькие. А, как их прокликать? А, ну где? А, ну да, 100 хп, окей. 100 хп, да, вот их будет убивать, да. Да. Вот там с третьего уровня точно будет убивать. Ну, то есть плюс-минус еще как-то может. Ну, у ДК по сравнению с Деспрофт есть определенное преимущество. У ДК армор есть, его не пробить. Вот, а у Деспрофит армора нет. Тут уже мидер команды King Gaming сгонял разочек до базы. Вот, сейчас рискует второй раз побежать.
Вот, блин, насколько же противный герой, это Бруда, ее ни когами не остановить, ни шардами вообще, вот, вот ничем таким. Да, Бруда, потому когда ее убрали невидимость, она сильнее стала. Вот что, да, я вот тоже, кстати, об этом подумал, что это же реально просто кек. Раньше можно было бы взять какого-нибудь, знаешь, Клокверка и, ну, просто Бруде жизни не дать. Там, пришел в мид со Смокус, Коги убил. По игре хук Коги убил, все, четко. А тут хук Коги, она выбежала. Че? Куда? Шарды кинула, она выбежала. Отлично, отличный герой, классно, спасибо. Очень вкусно. Ну, то есть, я так понимаю, попытались облегчить игру на лоу ПТС там всяких играх, да, где, ну, типа, сентри никто не берет. Как бы вот Бурда, там против него сразу два сентря надо, там какой-то обсервер, ой, это в смысле, досты какие-то покупать. Теперь этого ничего не надо, теперь просто как бы нереально убить, поймать. Спасибо, облегчили. Теперь каждую пятую игру бустера заходят на лоу ПТС игры. Да. Не, с Брудой правда стало сложнее. Раньше можно было там, не знаю, правда, сентрик просто поставить. Так самое печальное, что некоторые-то и покупают сентрик и ставят. Вот что парадокс. Я нередко это вижу, и у меня друзья говорят, а типа, что дасты купить? Я говорю, какие дасты? И люди не понимают, что как бы нет. Вроде понимаешь, что она в паутине быстро, и все. На центр атака, и деспрофит. Ох, и боллэшник еще, отлично, сифоны нет. Мне кажется, этого не хватит. Хотя вот так, у три игрока. Пруда получает легкий контроль, пауков подкопали, шарды полетели. На, в итоге вот так вот два игрока вынуждены одну деспрофит сейвить. Регенерация для Бобоки. Пока нагло так постоял. Показал, что мне реген. Покатился еще на развороте. Подходит сюда Лишрак. Лишрак должен дать молнии. Есть паутина. Есть сноубол. Ну окей, это будет второй фраг. Еще и за Никс Ассасина там такая погоня. Паучки пробивает подкоп неточный. И убийство на туске. Ну и вот, вот и начинается то, что должно было начинаться минутку назад, когда сейвили ДП. Спайдерлинкс, минус Никс. А еще так этого тогда. Ну да, и того, и этого. Киллами попали просто. Да. И этого? Нет? Окей, Бобока, наверное, сейчас отвалится. От Бобока там вторая башня очень больно бьет. По 152 урона вылетает. Ну как бы в миде уже катавасия. Ну, полная. Полная катавасия. У Магнуса в топе плюс-минус все неплохо. Он, конечно, Войду проигрывает. Войд может себе позволить вот так вот таймволком доджить весь дэмэдж, который SRF выдает по крипам и пытается как-то прохарасить Войда в ответку. Но, то есть вообще без проблем. Так, вот в боте Дарк получает булыжник, омнислэш и еще одна тычка от агрессии. Идеально вот все залетело, вот эти три удара, все по думу. Все подумаю, и еще критули там, наверное, где-то прокнуло, я чуть не обратил. Ну, мне показалось тоже, эффект крита был, но я решил не говорить, а вдруг не был. А вдруг, а может был. Там надо смотреть в повторе. Ну, было больно все равно. Было больно. Буки сгрызают, да. Ой-ой-ой. Ну, на центре все понятно. То есть у нас же Гернаут, который хорошо пофармил, у нас как-то Скалмагнус, который, ну, в принципе, линию свою отстоял достойно. Свое он будет делать в этой игре, вот имеет уже левел, уже прокачивается импауэр, реверс полярити не прокачивается, естественно, потому что... Ну, куда он сейчас этим реверс полярити? Пойдет что-то убьет кого-то, что ли? Скастует его куда-то? Не, зачем? Он просто вкачает импауэр еще разочек и будет ему проще фармить. Это целесообразно, это правильно. 5 миди какая-то возня. Но на этот раз сейчас, умирает наверное, Бобока. Занагрел, да. Хотя это пауки работают, пауки свое дело должны сделать. Стики. Спайдерлинк все-таки нет. Стан снова мимо, так, Кьюна собраться потихонечку. А то такое ощущение, что пинг 500. Пока больше промахов, чем попаданий. Никс пришел, нажал телепорт, отменил, поставил вард. Видимо, мискликнул. Так, что-то не то происходит с командами, кроме вискин. Телепортом, конечно, мискликать не надо вместо барда. Ну да, особенно на начальной стадии, когда нужно будет куда-то телепортироваться, сейвить вот, может тиммейта. Быть. А, ну окей, сейчас он просто прибежал. Атака Лишрака, Лишрак стан под себя. Но как-то не получается. И хорошее смещение. Правда, экзорцизм отсутствует, то есть он вообще не прокачан. И на центре остается Брудак, который сейчас будет это вот узко уничтожать, так еще и хорошо пушить. Поэтому без ультимейта не совсем понятно, в чем идея была. Прийти вниз убить пятерку, ну, наверное, круто.
В миде все равно уже не простоять. Я не знаю даже, что посоветовать King Gaming, как им вообще действовать. Дарк подрубает землю, получает омнистэш, снова все... И вот она, критуля. Четко. Ну, по-другому тут не сказать. Реально четко. XXS медальон появился. Ох, ну, сейчас это ключевой артефакт в рамках early game. Mm-hmm. Любой саппорт, который сюда подходит, он будет страдать. Даже Никс с карапасами, который два манга. Транквильчики. Печально то, что у King Gaming вообще нет ни одного героя, который даже потенциально как-то может стоять. Знаешь, иногда бывает, что вот ты изначально в мид ставишь персонажа, который не может там стоять, да, вот, например, Death Prophet, а потом по пику у тебя появляется такая ситуация, что ну кто-то, ну хотя бы саппорт какой-то там получил 5-й левел, или там 6-й или 7-й, и вроде уже что-то можно там как-то стоять, как-то и пауков убивать, и вышку не давать кушать, но у King Gaming вообще ни одного героя, вот вообще ни одного героя нет, которые могут стоять против бруды. Ну, Войд может, конечно, встать, там получить дэмэдж, использовать таймбол. Там, подойти снова, что-то там посмотреть. Потом что-то попытаться добить. Вот. Но Войду, конечно, хочется не смотреть. Войду, конечно, хочется ласкитить. Прям постоянно. Он телепортируется в бот, будет попытка поставить хроносферу. Но агрессив все это видят, да, и просто телепортируется в топ на морозе. Ну, тогда с ваплениями все же, Гернал тоже на топе. Ну, да, да. Вообще легко. Может, даже Магнус в этой ситуации немножко выиграет. Хотя могут попытаться убить Никс Ассасина. Магнус все еще здесь. РП он по-прежнему не прокачивал. Но он дает им пауэр. Да, просто пушить будут тут. Сюда уже не телепортируется Void, потому что он свой телепорт потратил. За Никсом идет погоня, Никс мансует, но откуда он... Отсюда он не сможет никуда вымансовать. Там внизу, точно. Правда, атакует снова Бубок, у Бубока Болдер свой уже использовал, поэтому здесь его убьют. Но погибает также и Туск, XXS его убивает на Шрайне собственном. Да. Ну, поэтому вот вроде делают какие-то убийства King Gaming, но конкретно сейчас вот все убийства, это чуть ли не реально все убийства, ну, на одном Эрспирите. В молоко, да, все эти убийства. Эрспирит только погибает, ему вообще наплевать, погибает он или нет, у него левел есть, он купил себе книгу, прочитал ее, 5-й с 4-й уровень, где-нибудь пойдет экспы, сейчас получит, тот крипсвормом неплохо так задул. Мидер команды King Gaming очень много пауков дубил, маленьких, получил дополнительные денежки, но XXS уже очень сложно остановить. Если он захочет вгрызться в Death Prophet и, ну, убить ее, он это сможет сделать. Просто потому что у него реально очень много пауков, очень много урона, еще под медалькой с ультой он будет очень быстро бить и... Точнее, много урона наносить, бить-то он быстро не будет. Урон он будет наносить хороший. Тут спамит максимально крипсвармами. Death Prophet. Каких-то пауков убить. Ну, сейчас они подрегенятся, а вот ману Death Prophet не подрегенится. По крайней мере, будет регениться не так быстро, как здоровье у пауков. Нужны какие-то блинки. Вот супер быстрые блинки помогут решить ситуацию с брудой. На Туске, на Никсе, на Думе, я не знаю. Вот, пока у нас всякие промежуточные итемы задумал делать. Нашел Faceless Void. Бубок в такой позиции крутой стоит. А он что, не видит его? Нет, они не видели Бубоку. Странно, они его не видели. Но все равно XXS в опасности, все равно на него можно напасть все еще. Тут на пауки. Легкий подфит пауками. Панч по пауку, интересно. Ну, в кого попал? В какого-нибудь там маленького. Целился, попал. Законтрил паука, по-другому как бы не сказать. Экзорцизм пошел, надо 6-й уровень получить Бубоки, поэтому... Отсюда уходит XXS чуть-чуть, но крипов добивает все равно, они там переагрелись. Блин, вот Бабока, ну дайте ему 6-й, уйдите. Ой, блин, ну что ж ты делишь экспута? Он бы сейчас как влетел бы с магнетайзом, всех бы тут раскидал. Mm-hmm. Магнус покупает, блин, дабл дэмэдж и фейслесс войда. Ну ладно, тут уже за вышку не подраться. Без магнетайза, без... позиции хорошие, ничего не получится тут сделать. Никс в Виндесе ищет. Есть инфа, что соперник где-то здесь. Йона находит Эрспирита, видит, как Эрспирит получает левел 6. И в бот как-то вот потихонечку начинают стягиваться игроки King Gaming. Агрессив-то да. Уже на топе, он уже ушел. Агрессив уже на топе, да, все четко. Читает агрессив, красивая игра. Второй раз подряд уже просто уходит телепортом на другую линию, игнорирует соперника. Демонайдж у него есть, БФ пока что не приобретен, но в скором времени будет.
Но имеется и смоук в случае чего. Главное вот здесь его не разбивать. Здесь вард стоит. Это будет ошибка. Такое ощущение, что они тут прям хотят разбить. Но King Gaming, к сожалению, ничего не могут с этим сделать. Все, что они могут, это просто задоджить этот смоук. Они покупают свой, но, мне кажется, идти драться сейчас... Ну, они видели то, что дагер есть. Считают, если они видят смоук, они используют скану, все равно сейчас попадутся, и кто-то погибнет. Ну, Никс вот, батя, да, вот Никсан. Никс все красиво делает. И тут хроносфера! Бам! Сайленс! И мобчик, православный включить, хорошо! Хорошо. Ну ладно, на самом деле убили лишь рака. Нормально, нормально. То есть, типа, смоук на... развеяли, забайтили, заставили соперника подойти поближе. И при этом еще убили одного из героев соперника. При этом не потратили хроносферу, как казалось, да, хотя... И на самом деле, реально все еще оказалось да. Хорошо. Потому что если бы Бока бы не дал сайленс, там была бы хроносфера реально по троим. Или, да, и все-таки да. Войд с Mask of Madness с таймблоком в 4. Ну, нормальный бы урон. Он бы побил, он бы побил. Там бы, я думаю, не отказался бы еще и Doom Ultimate скастовать кого-нибудь. Там какого-нибудь еще паренька шардами бы там отгородили. Ну, то есть там 2-3 фрага реально могло быть еще. Что Бобока все делает красиво, да. Руна волшебства плюс экзорцизм внизу, и башня здесь будет падать. Слушай, как-то в какой-то момент у нас Даспрофит-то начинает жарить. Вот что-то все было у нее плохо, я так смотрю. 6 тысяч нетворс. Ну да. И уже как бы Т2 падает. Что-то не смешно уже. А нет, сейчас Джаггернаут нафармит. Вот Джаггернаут похож на папарацци вчерашнего дня. На фантомочке, или это было позавчера уже, я сбился со счета. Сейчас он нафармит свой бэфчик, нафармит свою Яшу, Сэндж там с под эмпауэром, и главное будет не поймать в таком случае только хроносферу. Нет хроносферы, ну, кстати, даже по думам, я думаю, что можно будет драться дальше. Но драться-то можно, только тяжело, потому что ни Блэйд Фьюри, ни Вард ничего не поставить, ни ум не слышно. Это не очень приятно. Так, тут СРФ уходит блинком. Это на самом деле супер кианец, все-таки нашли. Ай-яй-яй. О, скейвер ты паут. Там Йул. Там Йул. Тогда сорян. Тогда РП топаут. Ну да. Ну да, кстати. Не успел бы. Не успел бы, наверное. Внизу атака на Дума. Вот это размен троек получается у нас. Дум под аурой скорости дополнительной, плюс барабаны, но это все равно ему не хватило. Он погиб. Джиггернаут не прощает. Орки 2XXS. А там... По темпу Даспрофит хорошо идет. У нее Йул уже давно появился. Йул, и вот сейчас блинк появится. Как раз быстрый артефакт, который ну, очень нужен для того, чтобы цеплять бруду, ловить как-то. Там прыгнул, подъюлил, цепился с сифоном. Там подошли тиммейты, помогли. Думу тоже блинк нужен, но он решил шедоблейд. Ну, в общем, что-то такое надо заходить на врага, ловить. Ку с дабл дэмэджем. Мажет станом, влетает. Ну и в спину заходит Никс Ассасин. Курьера может сейчас убить. Так курьера на самом деле и надо было бы убить, но он уже за ним не, или успеет. Нет, уже не успеет. Ой. Ой-ой-ой. И тут смоук еще есть. Тусик вместе с ДПшечкой. Бруды не будет. Бруда телепорт в рюкзаке. Надо бы его, наверное, переложить. Хотелось бы. Реально он сейчас за этого телепорта не сможет прилететь в драку быстро. Переложить телепорт. Тут читают этот выход, кажется. Видит Даспрофит, хороший сайленс, подходит Дума. Опа, здорово, говорит агрессив Думу. Кастует Омнислэш, убивает его. Ставится сразу же Хилингвард, Дум выкупается. Хилингвард не контролит Джиггернаут, его убивает сразу же. Бабок очень четко контролит все. И улетает на базу. Что, конец? Такая драка, которая вроде и не драка. Ну да, просто Invictus Gaming дали пощечину сопернику и просто разбежались как бы в разные стороны. Ну, они, наверное, решили после байбека Дума не драться. Решили, ну да, зачем? Круто. Зачем? Да и позиции уже нет. То есть они там грамотно в лесочек спрятались, помансили, хороший Omnislash был, четко все сделал агрессив. Он убил Blood Fury и сразу же телепортацию на другую линию делает. Максимально каноничный керри, который как бы скиллы свои скастал, сказал, все, парни, дальше как-нибудь сами, и улетает.
Четко. Ярошанчик, Ярошанчик. Никс Ассасин рядом. Ян сейчас это все прочекает и скажет, ой, ну тут в центре, тут Туск. В центре видит Никс Ассасина, сразу же Бубока, Дасты. Немножко не получается, Магнитайз. Много скиллов Никс Ассасина слишком выбросили, много. Его убивают в итоге. Что у нас по фасс войду? Он пока фармит мид. Да, в итоге Рошана забрать пока не получается. Бруда продолжает фармить лесочки. И покупает себе ПТ. Да, меньше 1000 преимущества с Брудой. Вроде не задушили. Как казалось изначально, что сейчас будут просто душить и за 20 минут игра может закончиться. Но нет. Войт почти с БКБ. ДП после Блиндайгера также будет покупать БКБ. Находит Q. Q таверну. Отлично. Еще один фраг для ДП. Итого уже 4-2. Один КДА. Да, хорошо. Конечно, Invictus Gaming должны обгонять по темпу фарма своего соперника. Джиггернаут с бэфом все-таки это не шутки. Плюс еще импауэр есть. Импауэр, который можно и на Бруду вешать, и на Джиггернаута. Видит сейчас на скане Никса. Очень четко все сделали. Бубок попадает скиллами и через оркет легко забирают Йону. Йон умирает. А Дум продолжает фармить. Стоит в шедоу-амулете, хочет поймать агрессива, возможно. Но один он его не убьет. Там 1280 хп, кстати, может и убьет. С драмами, с четвертым Infernal Blade. Ну, был бы у него Doom в 2, наверное, убил бы. Да, но это уже не важно. Doom не дождался своего клиента. Агрессив ушел в свои леса. Под немножко сейвовый вариант. Дождался, пока появятся крипы. И... ну вот она, Бруда под эмпауэром. Да, фармится все очень быстро. Магнус почти с Shadow Blade, есть уже Клеймор. Ну и продолжает фармить Войд. Я не помню вообще, видели мы хроносферы за игру за 20 минут. Хотя бы одну. Наверное, даже и нет. То есть были моменты, когда было близко к хроносфере, но все равно она не была установлена. Возможности не было. Там то Silence, то драка уже закончена. То команды противника... Кингейминг дважды пытались, да, выйти на оппонента. Даже, наверное, трижды. Я помню, какой-то там в бот телепортировался убивать Джиггернаут. Он Джиггернаут. Дважды этот ганг задоджил, потом еще один раз выходили в смоуке. Там снова агрессив четко все сделал, ушел потом телепортом в топ, дал мне слэш. Потом еще, когда смоук был от Invictus Gaming, тоже хотели подраться, но там Void прыгнул прям в Silence. И тоже... То есть где-то 4 игровых момента было, где-то хроносферу можно было поставить, но Void ее так и не поставил. Убили Лишрака, саппорт Лишрака 5 позиции, ну и в общем-то бог с ним. И Deathprophet хочет купить себе Aeon Disc. Ну, да. Ну, хорошо. Опа, смотри, сейчас Дарк будет шлепать агрессива. Пам-пам. Драмчики подключил. И щемить, щемить. Но агрессив на развороте. Тут еще и Никс. Дум закончится вот-вот. И... а, Никс его убьет, 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 убьет. Оп, оп, ах, оп. Четко. Да. Никс 1000 золота. Ты же косарь золота апнул, прям с ума сойти. И тут прибегает Faceless Void с Москов Madness. И тут прибегает Faceless Void. Ну, обидно, что Никс нашел, так бы Джиггернаут, конечно, выжил бы, нажал вард и вернулся бы вообще в драку и тогда. Ну вот, видим, насколько, ну, как бы сильно Doom может пробивать. Реально, еще с этой аурой на скорость он будет просто постоянно бежать со целью, которую задизейблил ультом. И будет постоянно навешивать ей Infernal Blade'ом. По спине. Слушай, блин, я что-то вообще не понимаю, как King Gaming. Нет, ну я, конечно, понимаю, но вчера вот один в один были игры. Когда, казалось бы, все хорошо у LFY. Все, вот вроде бы все четко, все нормально. И тут просто бах, внезапно, как-то King Gaming прям все получается. Вот эти вот игры с Underlord'ом у них, Phantom Lancer против Lifestealer. Lifestealer там, правда, Радик не купил. Очень зря, кстати. Вот, но здесь у них вот похожая ситуация. То есть вроде все тяжело, вроде все плохо было поначалу. У Джиггернаута full free farm, у Бруды full free farm. Магнус свое получает в топе, все равно, как ни крути.
Но все равно. Так, опа, и тут Никс ревелит смоук. Так, понимает, что пахнет жареным. Не может, к сожалению, включить крапасы, но они бы его все равно не спасли в этой ситуации. Юл приобретает себе Никс. Будут забирать тир-1 вышку сейчас на Invictus Gaming. Совершенно спокойно. Реверс полярити мы тоже, кстати, особо не видели. Ну да. Как она сфера. А тут уже такие серьезные слоты, как бы и Блинк, и Shadow Blade есть. Все вроде есть. А реверс полярити нет. В наглую идут в рошпит сейчас Invictus Gaming. Магнус, наверное, есть смысл оттуда выйти? Ну, они хотят просто очень быстро Рошана забрать. И у них это получается. Так-то да. То есть, если бы они готовы были бы принимать соперника, естественно, СРФу надо было бы выйти из Рошпита. Но они просто как следует так навалились на Рошана и забрали его буквально там за 5-10 секунд. Бывает. Очень быстро. Не хочет ли поставить хрон на двух саппортов? Смог. Хочет, но он боится, что он даже на одно... Окей, не ставь, дружище. Ну ладно, пока нормально. Омни слэш пошел. Что по хроносфере? Никс ассасином Юли. Войт нажимает блокинбар. Хроносфера пока все еще не дает. Попытка убить Магруса без хрона. Это получается. Сделать у Дума до сих пор стоит ультимейт. Шарды закрыли агрессив. Агрессив. С Аигисом Дум дувать от него практически бесполезно. Хелен Вар. Дарк все-таки успевает его разрушить. И... ну, надо хрон оставить до того, как появится Джиггернаут. А, ну так как, сделали. Как же красиво, как же красиво. Тут сыграл великолепно Туск. Прокатился шардами прям по джиггернауту, который заспавнился. А про дейв драки не было или что? Почему ноль кнопок использовано? Бурды? Ну да. Похоже, не, похоже, ну, не я было. Я смотрю файт рекап, я понимаю, что ноль урона. Ну ладно, хорошо. Ну что, на хайграунд? Может, погрызть Т3? Не знаю. О, бруды убивают. Ага. You are doomed, говорит Дарк. Ну, бежит да. И... задинает себя паучками. Это такое ощущение, что Invictus Gaming сами игру проигрывают, а не фильм прям выигрывают. Знаешь, вот сейчас Александр Хитров в студии аналитики спросил бы ребят, а это King Gaming выиграли игру или Invictus Gaming ее проиграли? Да, вот тут с иглой полностью с Александром Хитровым. Александр Хитров задал бы правильный вопрос. Потому что это действительно очень интересно, как так получилось. Что такое супер большое, супер крутое преимущество с фулл фрифарма двух линий не удается реализовать. Вообще ни во что. То есть там, ну, ноль попыток где-то пойти с даггером. Ну, ладно, были попытки. Была попытка с даггером пойти подраться, но всего лишь одна. Сейчас вот реверс полярити, последний раз, когда СРФ его кастовал, последний и первый, кажется, раз. Он его как-то не очень хорошо, по-моему, дал. То есть там в одного только героя, с кивером отвез, там этот скивер был еще его мини-слэш. То есть там вообще как-то Джиггернаут начал там по всем сразу прыгать. Джиггернауту надо прыгнуть кого-то одного. Вот какого-нибудь, я не знаю, Дума. Вот в идеале в Дума, конечно. Дум еще и слабенький такой, у него брони мало. Сейчас, кстати, у нас Леша. Вау, вот это он, конечно, нарезает. Вот серьезно нарезает. Да. Очень больно. Даже вот без ультимейта спокойно вообще убивает бедного саппорта. А ультимейт, кстати, скоро появится, через 40 секунд. Экзорцизм есть уже. Очень беда. И хроносфера есть. И хроносфера есть. То есть всегда можно совершить контратаку. А Эгиса-то, напомню, нет. Его очень быстро выбили. И... пал Т3. Джиггернаута блинк плюс третий омни слэш. Сбайтили диск, надо напасть и вжахнуть. Ну, РП сразу же ЕУ. Ну, где Джиггернаут? Ну же, дружище, прыгай, давай. А вот теперь можно, ну. Да, хорошо получилось, убили Войда очень быстро. Деспрофит зацепили, диска нет и Юла, пошел Магнитайз, Туск очень сильно пробивает, Туск остается на 100 хп, уходит Сноубол, выигрывает немного времени, там идут до конца за Никс Ассасином, Тусик присел, делает блинкаут, четко сыграно, но все-таки погибает от агрессива, минус 2, ну слушай, было только что близко к фиаско на самом деле, хорошо, что агрессив все-таки ворвался и очень круто попрыгал, иначе бы все могло еще закончиться немножко по-другому. Кто его знает, Дарк бы сейчас дал бы ультимейт на Джиггернаута и все.
Угу. Скади следующим слотом хоть и Джиггернаут брать. Может быть нулифайр. Он реально может убивать Деспрофит. Кидаешь нулифайр, ни за ее улицы, ни... Ну, ладно, там диск сработать надо. Очень своеобразно использовать тогда его. Ну, все равно нулифайр как бы будет хорошим приобретением на Джиггернауте. Когда у тебя есть блинк, ты можешь, ну, ворваться, нулифайром задизейблить и... Ну, плюс это, ну, демедж такой довольно неплохой все-таки. Выходит Doom. Агрессив. Тут Никс должен сначала дать скиллы. Никс с гемом. И сейчас он его может потерять. А помощь? Нормально все. Нормально все. Контроль не доиграл есть. Туск. Ну да. Шардами мог... Сноуболом мог спасти от Тика Сайленса в конце. Бывает. БКБшку прикупает Бруда. Нужно какой-то эскейп прикупить против Хроносферы легкой. Легкий. Какую-нибудь бабочку или там статы какие-нибудь на Джиггернаута. Потому что сейчас, если его Хроносферу закроют, то он умирает, вполне вероятно. Но Джиггернаут хочет атаковать первым сам. Берет арморчик дополнительно. Вот, кстати, неплохой эскейп на 20 уровне. 10 армора на халяву. Считай, купил плейтмейл. Смок. Тайджи. Внизу Doom. Но Doom-то с БКБ, с плейтом, с шедоублейдом. Он реально очень жирный. И успевает отсюда уйти. Расставляет, ребята, варды. Doom очень аккуратно стоит. Ну и смоук, возможно, мы увидим сейчас и от ребят из команды Kin. На пятером здесь. Очевидно, это смоук. ДД спавнится внизу. И Kin Gaming сейчас это ДД могут подобрать. Войд будет очень сильным. Так что могут быть трудности у IG. Да, вот она, руна ДД. Войд подходит, быстренько ее берет и... Никс. Ой-ой-ой-ой. Видит Бруду. Сейчас Никс просто всю ситуацию видит здесь. Сентри вард и Никса палят. Так, Никс мажет станом, дает моноберн. Бруда готова вгрызаться в Никса. Хроносфера по двоим, неплохо. Это под ДД, это с экзорцизмом. Еще и Дум в придачу. Ну, Дум на Магнуса. РП мы не увидим, это уже минус 2. Дарк живой, Дарк за счет... своей пассивной способностью плюс земли спокойно отсюда убегает. Бобока пытается улететь. Бобока получает сайленс. Это будет минус 3. Уходит на базу в итоге Магнус. Уйдет на базу Джиггернаут. Но Войд очень четко сделал. Понимал, что закроет Никс Ассасина. Да и наплевать. Экзорцизм плюс ДД. Это комбинация, которую законтрить невозможно сейчас. Бруда, соответственно, с блокинбаром или без. Это было неважно. 8000 превосходства уже. Кингеймин, главное просто первыми начать. Получить какую-то инфу, чтобы Войд прыгнул, закрыл хотя бы одного из коров. Либо Магнуса, либо Джиггернаута, либо, ну, Бруду. Прокнуло ему еще на дабл дэмэдж, и он как бы в легкую сам разобрался. Там даже не нужна была помощь вообще никакая, а вот Death Prophet, которая экзорцизм скастовала. Но, ну, так получилось, что Death Prophet просто было уже некуда пойти. Она находилась в такой позиции, что только вот игроков, которые попали в хрона, она могла бить. Ну, что, собственно, она и сделала. Отличная драка от King Gaming, Omni Slash был потрачен, никого Invictus Gaming забрать не смогли в ответ. Ну и вот теперь будут ждать отката Omni Slash, а будут фармить дальше. Пока им выходить куда-то противопоказано. Ну, можно через РП, конечно, быстро сделать фраг, но далеко выходить с базы они не могут, их подцепят, убьют. Никс бегает с гемом, все прекрасно видит. Ребята вынуждены постоянно тратить деньги на даст, там постоянно их пытаются использовать, как только понимают, что Никс может быть рядом. А Никс контролирует всю ситуацию. Туска будет лот дальше. Ну а Никс вообще нацелен на диск и совсем скоро может его приобрести. Атака на Эрспирит, и сразу же контратака намечается. Есть Йоул, Бобока под Инфернблейдом погибает. Дума нажимает блокинбар. Телепорт почему-то решил не кастовать Дарк, и возможно это ошибка. Есть РП, блокинбар нажимает XXS, приходит Войд, ставит хрону. Ну и Бруду начинает пинать. Омни слэш от Джиггернаута, круто получается, много урона, Войда убили. Приходит Деспрофит, экзорцизма нет, дает сворм, очень круто здесь агрессив сыграл. Прям максимально грамотная дота, тайволка не было, был использован мом. И четкая реализация. Это минус 2.
Ну, видимо, на этом все. Да, это конец. Да, придется отпустить остальных игроков King Gaming. Ждут спавна Рошана, иллюзия Магнуса в рушпите палит статус, появился Рошан или нет. Рошан появится уже через 2 секунды, и Войда не будет 40 секунд. Сейчас сразу же помигают, ага, Рошан появился, ну, помигать и Рошана забрать, не? А? Не, никто не хочет мигать, никто не хочет Рошана забирать. Никс пока бегает, дивардит. Экзорцизм есть у Деспрофит. Ну, блин, все равно без хроносферы драться слишком сложно. А там нет реверс полярити, он не слышим. Это на тоже правда. Атака на Деспрофит. Есть врыв от Туска и Бобока, четко контролит двоих. Диск срабатывает у ДП. Туск отсюда уже точно уходить не должен. Да, Туск под Оркидом. Туск погибает. Может быть сейчас Рошана тогда? Да, Войд заспавнится, но хроносферы-то у него все равно нет. Ну, вот сейчас не знаю. Вот сейчас прям не знаю. Покупается Туск, появляется Думу. Думу, ультимейт есть. Думу, Шива, Шэдоу Блейд. Ой, опасно. Ой, опасно. Магнус в позиции, но Магнус без РП. Войд получил булыжник. Нажимает блокинбар. Выходит в драку. Агрессив. Нажимает манту. Начинает агрессивно нормально пробивать. Получает он еще и Дум в придачу. Патч сверху. Надо и минус. Надо покупаться. Джиггернаут. Он что-то купил? Он купил ПТ. Лол. Нет, он купил, он купил ПТ, продал ПТ и выкупился. Лол, что происходит? Жесть, что там происходило, я не знаю. Что-то он купил, короче, и продал в итоге. Не знаю что. Тем не менее, погибает Бруда. Купил-то он после смерти, значит, уже. Ну да, если да, он да, купил да. После смерти, конечно. Потому что у него байбек был, потом пропал, потом снова появился. РП, Магнус, плохой врейв. И уже есть хроносфера. Ну, хроносферка для Джиггернаута. И фармить пошел. Ну, штрафа-то нет. Камон. Ну, да. Классно. Все. Рошана только отдали. Там прыгнул Магнус, дал РП, а помощи ноль. Лучше бы не выкупался тогда, да. Так лучше бы не выкупался, да. Ну, Магнус прыгнул, он РП умудрился только по одному дать. В таком, казалось бы, месте. Ну, так, лол, так сейчас заход будет на хайграунд. Осталась хроносфера, есть Аегис. Джиггернаут, конечно, мне слэшем, но... Нужно дважды убить Войда. Очень проблема. Да как же Дум здесь хорош? Ну это снова Войда, так. Войда нужно убить дважды. У Деспрофит есть диск плюс ЕУ. Хроносфера по двоим. Ну да, ну ладно. Хотя бы Джиггернаут они зацепили. Хоть что-то. Но... Джиггернаут остается на базе один, и ребята пишут ГГ. На. Вот так вот. Вот так вот, да. Ну, не знаю, мне кажется, излишне пассивная дота была какая-то от IG. Брут как-то много фармила. Были драки, где у нас у Бруды просто ноль способностей использовано. Драка была вроде как 5 на 5, скобок 4 на 5. Ну, где-то попытки были, конечно, выйти. Там можно похвалить King Gaming, которые отличную позицию выбрали. Там приняли соперника, который в смоке нападал. Ну, в общем, Invictus Gaming просто не смогли высокий темп игры задать и заставить King Gaming... играть тот стиль, который выгоден IG. Деспрофит не просела по экономике, хорошо фармил, 10-2-10. Финальный счет против Бруды, это прям очень достойно. Да, и те две смерти, которые есть у Деспрофит, ну, там одна из них точно на миде была, на ранней стадии. А вот потом, где он еще раз умер, ну, может где-то уже ближе к концу, но это не особо имеет какое-либо значение, потому что главное то, что King Gaming в конце концов победили. Ну вот от Skin Gaming вот постоянно такие игры. Вот я уже четвертую сейчас буду смотреть, и все время, вот вроде ты смотришь, вроде бы они проигрывают, а потом что-то бах, они начинают выигрывать. Да, King Gaming победа. Реально, сейчас ребята могут, казалось бы, матч, где они не должны побеждать, победить снова. Кто его знает, может быть, это снова 2-0. Мы пока с Форсом идем на паузу, послушаем музыку и вернемся, как начнется следующая карта.